27 ноября – День морской пехоты. В этот день принято поздравлять мужчин в черных беретах. В Каспийске в одной из воинских частей прошел День открытых дверей. Морские пехотинцы принимали поздравления. Поздравил военнослужащих и мой коллега Камиль Девятов. Ему слово. Там, где мы, там победа. Таков девиз морских пехотинцев. На суше, в воде и даже в небе эти бойцы в черных беретах готовы выполнить любую боевую задачу. 24 часа в сутки, даже в свой профессиональный праздник, они находятся в постоянной боевой готовности. Подразделение морской пехоты Каспийской флотилии заняло первое место по вооруженным силам Российской Федерации по боевой подготовке. Это, наверное, самое многое говорит. И в первую очередь о подготовке. Значит, личного состава морской пехоты, полка морской пехоты. Праздничные мероприятия начались с построения личного состава морской пехоты. Для гостей военнослужащие спецподразделения продемонстрировали навыки рукопашного боя. «Черная смерть» – так прозвали морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны фашисты. Мужчины в тельняшках и черной форме наводили ужас на своих врагов. С такими лучше не вступать в конфликт. На поле боя морпехи обладают невероятной смелостью, выносливостью и владеют любыми видами оружия и рукопашного боя. Всем желающим была продемонстрирована боевая техника. Посидеть за рулем бронетранспортера, изучить стрелковое оружие в день открытых дверей – это разрешено. Это противотанковый управляемый комплекс, предназначенный для уничтожения боевой техники. Она весит полностью 26 килограммов, ракета. Сама эта установка тоже так весит. Потом что? Боевой расчет 2 человека. Калибр у нее 152. В заключение экскурсии для всех гостей был организован обед – полевая кухня в столовой. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Каспийск.